в одном судне – катер, снегоход и внедорожник. Незаменимая техника для современных экологических исследований. Позволяет передвигаться практически по любой местности. Это уникальный вездеход для исследователей и спасателей. Аэросани и амфибия позволяют передвигаться в экстремальных природных условиях по суше и воде. Но главное преимущество этого транспорта – безопасность. Техническое сердце в работе экологических служб. Мобильный измерительный комплекс позволяет проводить любые гидрологические исследования и моментально передавать полученные данные. Это особенно актуально ввиду водного дефицита в регионе. Многие села не могут просто получить хорошее качество воды. Как известно, подземные воды Заволжья, они, как правило, высокоминерализованные, с жесткой водой. Поэтому люди пользуются поверхностными водоисточниками. А поверхностные водоисточники достаточно сильно загрязнены, особенно малые реки. Экологические проблемы промышленных городов – главная тема обсуждения. Отмечают, что не хватает законодательной базы и действия конкретных программ. Но в целом внимание экологическому вопросу уделяется. Основная часть воздействия – это загрязнение атмосферного воздуха, то, что, чем мы дышим. Как известно, у нас в городе Саратове, например, выбросы в атмосферу составляют 80% от автотранспорта. Проблему автомобильных выбросов частично решает топливо стандартов Евро-4 и Евро-5. И это только один из аспектов загрязнения воздуха. Сейчас есть несколько методик, которые позволяют оценить вредное влияние окружающей среды на здоровье. Но единую концепцию контроля над экологической ситуацией еще предстоит разработать. Наталья Тарасова, Александр Питченко, ТВ-центр. Саратов.